первый раз в первый класс, причем в класс новый во вновь построенной школе. Этот корпус 15-й гимназии, что на Макаренко, рассчитан на 400 школьников. Уровень строительной готовности, докладывают мэру, 99%. Из самых масштабных работ осталось лишь благоустройство. И уже через неделю подрядчик вручит директору школы акт на ввод нового объекта. Для нас очень важно, чтобы 1 августа значит, строительная готовность была 100%. Это говорит о том, что благоустройство должно быть сделано. Вот. Это говорит о том, что полностью готовы все помещения, работает электричество, работают другие коммуникации. Вот. Но я думаю, что это будет, во-первых, своевременный подарок всем нашим деткам, особенно этого микрорайона. Администрация города, строители города решают эти задачи, или, по сути, даже вызовы решаем путем строительства как детских дошкольных учреждений, так и школ. Микрорайон Макаренко – один из густонаселенных в Сочи. Пристройку к 15-й гимназии изначально планировали сдать в декабре. Но по просьбе мэра строители идут с опережением на 3 месяца. Таким образом, и основной корпус школы разгрузится досрочно. Количество учащихся в классах станет меньше. В целом, качеством работ Пахомов остался доволен. Через неделю, подчеркивает градоначальник, к подготовке школы к приему детей должны присоединиться и учителя. Жалюзи, шторы вешать, таблички на двери. Учителя должны знать свои классы, они должны жалюзи, они должны мебель принимать, оборудование принимать. И ребята устанавливают, именно строители. А вот новогодним подарком для жителей Макаренко станет совершенно новая полноценная школа на 1100 мест. Ей присвоят 101 номер. Расположится она на Макаренко 8А в бывшем здании Сочинского госуниверситета. Теперь здание принадлежит муниципалитету. То, что здесь быть именно школе, глава города решил еще 2 года назад. К реализации работ приступили, как только у города появилась финансовая возможность. И вот уже сегодня здесь идет демонтаж. Учреждение было в удручающем состоянии, поэтому от старого здания останется только каркас. И фасад будет новый. По сути дела, мы получим новую школу. Вот, с хорошим пищеблоком здесь есть. Здесь спортзал. Мы очень рады, довольны, что здесь появилась площадка. Наши строители сделают ее красивой, современной. Пусть только остров. Надо будет показать, как можно из плохого здания сделать шикарнейшее помещение, которое будет являться самым лучшим здесь в микрорайоне. Договорились? Ходить в эту школу уже мечтают все ребята из близлежащих домов. Я закончил 9-й в 15-й, сейчас буду в 6-ю поступать и надеюсь, уже вот тут будем учиться. Для всех это праздник, в общем. Это будет шикарное построение. В общем, я рад за себя и за своих товарищей, то, что мы уже пойдем в новую школу. У новой школы под номером 101 будет своя огороженная территория, которая пока служит дорогой к домам на той же улице Олимпийской. Жители микрорайона идут в обход, так как основной путь небезопасный, без тротуаров. Я понимаю, что школа должна быть закрытой территорией, и потому что о безопасности детей надо думать. И вот такой вопрос, как мы будем ходить. И вот Анатолий Николаевич пообещал нам, что будет 2-метровый проход вокруг школы для нас, чтобы было безопасно нашим детям, и вообще не только детям, а нам всем ходить здесь. 101-ю школу в январе 2020-го уже сдадут. И тогда же приступят к строительству 2 новых – на Мамайке и в Красной Поляне. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ВКТ».